Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десант ЖК Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Прятки ютуберами в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашей серией «Троллинг ютуберами», только благодаря вам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы тоже поддержите нас своими лайками. Мы от вас ждем лайков, так что ставьте свои лайки, это всего лишь одна секунда времени, а нам будет приятно. И приятного вам просмотра. Ну что, тянем, чуреперы. Давай, тяни. Я думаю, это МС. Опа! Так, а кто ищет? Да Игорь ищет, Все зависло. Так. Ой. Да уже 8? Да какие 8? 9. А с каким мы там считаем? Я не верю. Нет. Да не может быть, да нет. Да какие? Какие 15? Беру я меч. Так, Эдисон. Да. Превращаюсь я в себя. Он берет меч, он взял меч. Ну ты нас не найдешь, Игорь. Да, ты нас не найдешь. Хорошо. Так, как у тебя дела? У меня нормально. А ты где? Так, Так, я не понял, где ваша туса? Давайте говорите. Где? А что за звуки страшные? Ага, ты думал, тут все будет просто? Да не, все нормально. Игорь, а у тебя свой скин? На карте ФНАФа. У тебя свой скин? Да. Свой скин. Ну смотри меня, смотри. Да, ты как бы это... Ты вообще... Мне кажется, я рядом с Жекой находился, потому что он сейчас, знаете, вот это когда кто-то плохо начинает разговаривать, знаешь, типа... В смысле плохо? Как это плохо? Плохо разговаривай. Жека был в той комнате, в которой я был. Думаешь? Вот с этим я соглашусь, пожалуй, Игорь. Мы там были, но бум, и нас там нет. А нет, мы там. До сих пор мы там, Игорь. Мы там. Да, мы там. Да. Вот смотри, мы тебя толкаем. Вот, мы перед тобой, смотри. Опа! Блин, Игорь так прикольно пробежал прям передо мной такой. Тихо. Меня потрогал такой, я такой, ну давай, трогай меня. Противные. Ой, вообще, конечно, да. Как это проблемка небольшая. Да, брат, Билайн, подождите, я его вижу. Это двоеки. Двоеки. Я просто постою. Игорь, ты главное помни правила рубрики. Да. Найти финальная цель. Вот. Ну я понимаю, финальная цель-то я понимаю, мне же нужно прийти к этому. Мы все космическая пыль, не забывайте. Да. Мы согласны. Ну да, ты после меня много раз был, на самом деле, я тебе так скажу. Вот ты меня сейчас видишь? Да. Вот прям передо мной. Вот прям вижу, вот смотри. Опа! Да, вот я тебя видел, вот. Да. И вот ты сейчас передо мной, прям передо мной. Так, значит не видите, хорошо. Да видим! Два Еки передо мной стоит, вот. Это ты, да? Да иди ты в жопу. Где ты есть, ты мне уже скажи, где ты? Ой! Я возле два Еки стою. Два Еки, а. Сейчас, подожди. Да, два Еки, это вроде бы как раз Игорь, да? Нет, это кто? Какие два Еки? Где? Игорь! Два Еки на самом деле очень хороший чувак. Ваша туса, вы хотя бы... Кто превратился сейчас? Никто не превращался. Чего ты взял? В смысле превратился? Забудь это. Никто не превращался. Но я уверен, что это Жека был. Я почему-то уверен, да. Да не. Это Жека был. Вот честно тебе скажу, Жека был. Привет. Опа. Я не понимаю. Эдисон, стой, подожди, дай подожди меня. Так, я не понял. Выходите, я не понимаю вообще ничего. Где вы? Так. Игорь, у тебя геймод. Ааа! Меня бьет! Да нет! Спасите меня, пожалуйста, меня бьет! Я потерял его, где он? А почему NPC вас не бьют? Это типа нормал? Меня били! А, у меня реально геймод. Я говорю, и вот этот дебила геймод. Ааа, вот он. Читер проклятый. А я тут сложность переключаю, думаю, что ты... Я кого-то убил, да? Нет. Мы так, кстати, там стояли вместе. Ты меня ударил где-то два раза. Ты меня два раза ударил. Это не круто. Я помню, что я кого-то начал бить, но я думаю... На самом деле вообще ты пил. Я вообще придурок. Ты тут никому не... Так, это Орда Тересиану где-то был.
я как бы специально спалился, Игорь, понимаешь? Ну, это да, да, да. Я знаю, что Эдуарду Пересяну это true ему. Да, мы с твоим стояли, смотрели, и ты между нами прям был. Я не знаю, ты ударил... Да, не бей меня, это я. Ты ударил всех, кроме нас с Эдисоном, понимаешь? А не, Эдисон вроде ударил, он убежал. Да, он туда убежал, я знаю, он где-то здесь. Ты меня два раза ударил, у меня два сердечка было. Да, когда вот такие звуки, типа, значит, да, это понятно, это, понимаете, новая фишка рубрики, это потому что мы... Так, понимаете, пацаны, мне тут скучно, я честно скажу, мне скучно. Два Эдисона меня бьют, понимаете, это как бы... Ну ты, Эдисон, как бы пались тоже, да? Я палюсь! Вот я беру и спалился раз, второй раз спалился, третий раз спалился. Никто не замечает. Как ты палишься, ты? Дебил. А вот это уже мой секрет, давай об этом не будем разговаривать. Понятно, просто знаешь, такой, он на веб-камере типа, я вот он, я, ты знаешь, типа... Никому. Табличку показывает на веб-камере, я палюсь. Мяу. Вот спалился уже. Почему я хэппи-лайм это Эдисон, не могу понять, мне это не нравится. В смысле хэппи-лайм? Вот я сейчас еще раз превращусь в хэппи-лайм, я хэппи-лайм. Нет, ты вообще хэппи-лайм. Ты дебил, давай с этого начнем. Вот сейчас ты два Йети, наверное, будешь, да? Нет, ты теперь Труму. А сейчас? Сам ты Трюма. Я говорю Труму. Так, подожди. Трю... Ой-о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 й
что? Где он опять? Куда? Нет. Он меня бьет, он меня бьет, я думаю, что это такое? Кто кого бьет? О чем мы вообще разговариваем? А, это ты меня бьешь, дебил! Я думаю, что мне сердечки отнимают? Два придурка, ёпер, СТ, а? А вот сейчас они уже тебя ударили. Так, стоп, я ничего не могу понять. Я кого-то бью здесь! Бей всех! Фигачу, фигачу! Бью! Ой, два имбецила, понимаешь? В смысле, я не понял, как так произошло? Я не понимаю, кто-то меня троллит, меня Эдисон троллит. О, это нас, когда NPC бьют, такой звук издается, понимаешь? А, да? Да. Нет, это был Эдисон, меня вообще никто не трогал, где тут здесь Эдисон? Я тебя три раза ударил, когда ты пробегал мимо меня. А я подозревал, что ты Жека, но я не думал, что настолько. Ну что, Эдисон, тяни. Я здесь. Я пошел прятаться. Это нечестно, это все было построено. Я пошел прятаться. Как-то НПСов мало стало, Игорь. Считай, да, НПСов много стало, и мне кажется, мне сложнее будет. Ну да, там уже 10, 11. Какие? Какие 12? А, до скольки считать? До 35. Давай, 35, я пошел искать. Давай, ну ладно, иди искать. Читер. Все, я иду искать. Так, короче, смотрите. Искусственный интеллект, правильно? Искусственный интеллект, да. Хотя бы тебя сейчас бы увидеть, было бы неплохо, мне кажется. Я его уже видел. Два раза вроде. Я вот сейчас уже вижу его. Жека, ты очень палевный, вот. Да, Жека, а что я должен не палиться теперь или как? Очень палевный, очень... Вот смотри, бегает, непонятно вообще. Посмотри, ты видишь это, да? Мне кажется, вы надо мной издеваетесь. А ты еще видел у них Shadow Priest'ок вроде, видел? Я его сейчас вижу. Ну это, конечно, вообще, это пипец. Так, стоп, подождите. Перед нами, тихо. Так, я вас растолкаю. Не надо, не толкайся! Ты чё в бочину меня пихнул? Да вас тут так много, что я даже не понимаю, кого я толкаю. Синяк мне набил. Давай, бей всех. Давай. Сраный NPC, давай сдохни. Давай. Да, давай ещё вот этого, который слева, да, вот этого давай ещё ударь. Молодец. Они все на меня напали. Эдисон, хорошо сработано, Эдисон. Всё хорошо. Да, вот, который слева, да, вот этот. Вот очень подозрительный, Евгений. Вот, да, вот 300, да. Слева, видишь, который, слева. Вот, да, вот этот. Да, вот этот? Да. Хорошо. Не-не-не, чуть дальше, чуть дальше, чуть дальше. Подозрительный тип, я в подозрительных тебя. Да это хлебает, бьет меня! Компаньон, прекрасная работа. Я, конечно, понимаю, что у него уже искусственного интеллекта больше, чем у NPC, но... Да, еще вот этот, сзади, Эмили вот это, да, Эмили, вот. 33, да, вот этот Эмили. Ты его пробежал, да не в ту комнату, а сзади, другую.
Да не-не-не. Вот дебил. Вот ты, конечно, ты в HP, честно тебе скажу. Так, хватит, хватит, сейчас я вас найду. Нет, не найдешь. Эдисан, мне кажется, с такими темпами, вот как бы он нас все время пихает, пихает, типа, и никогда вот не может ударить, понимаешь? Я говорю, он меня в бочину уже три раза пнул. У меня тут уже три синяка. Ты просто понимаешь, тут сидит 10 NPC в 9 блоках. Ты видишь это вообще, ты понимаешь, что творится? Я не вообще. Вот вы меня сейчас ударили, я даже не понимаю, где это. Как я должен проверять? Тупо сидят на одном месте 10 чуваков в 9 блоках. И как мне, кто из них вы? Я вообще не понимаю. Не того ударил! Игорь, сваливай, сваливай оттуда! Блин, меня пихал, я в другую комнату убежал просто, понимаешь? Не, ну это реально какой-то капец, когда они стоят в одном месте все. Жек, ты потом пересмотришь видео и офигеешь, что ты сейчас сделал. Ты просто меня выпихал в другую комнату только что. Да? Есть такое, да, согласен, дебил. Согласен. Дебил. А как, если я толкаю, то не понимаю, кого я толкаю. Тут куча NPC в одном месте. Противные NPC, противные. Да. Это такая жизнь NPC, понимаешь? Жизнь NPC, она не простая. Она не сладкая. Вот. Не сладкая, это как у собаки. Вот опять, вот как я должен понять, кто из них это вы? Искусственный интеллект! Что происходит вообще, я могу понять. В смысле? Как его убили? Меня убил бот, я никого не бил даже. Я просто решил уже, короче... Дайди это в сраку! Я решил, да, вот, все, наконец-то, раунд закончился. Ну что, пацаны. Ты давай там, считай. Давай, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На самом деле, мне кажется, можно прийти. 11, 12. Я уже могу идти, ну хорошо, так уж и быть. Я пошел, вот смотри. Да. То есть, ты думаешь, да, то, что я тебя не найду, да? Ты так думаешь? Да, может и найдешь. Вообще, как бы, не сомневаюсь даже. Не сомневаюсь. Да, хорошо, сейчас все будет, давай не переживайте, вас вообще на изи найду, на изи, смотрите. Хорошо, понятно. Конечно, все так говорят, Эдисон. Ага, то есть все так говорят, ну хорошо. Сейчас будет, вот смотрите, 2 минуты буквально, 2 минуты, засекайте. Хорошо. Засекайте. Засекаем, 2 минуты, да. Засекаем. Ну вы там считайте, раз, два, три. Да у нас пихает, он всех пихает, посмотрите. Конечно, надо пихать. А вы что думали? Ты пропихни. Дай-ка ты сюда! Так, хорошо. Кого он убил уже? Жек убил, вот. Ой, все, минус. Да че ж собак, я ж сквозь тебя прошел! Лупит. Где это все происходит? Пахнет подставой, да, Эдисон? Пахнет подставой. Подставой, думаешь? Да. То есть ты думаешь, это подстава. Так, хорошо. Ща я выкуплю эту всю подставу. Вот смотри, это ты, нет, это не ты. Не, я что-то боюсь. Да давай нажимай, не очкуй! Ладно, нажимай. Я нажимаю. Конечно. Чего? Ставь меня! На тебе! Так, Игорь! Так! Осталось вот последний, вот этот остался, последний. Так, ну его найти будет просто. Мне кажется, что он в самой большой комнате, потому что он самый хитрый, понимаешь? Да. Нет, если он в самой большой комнате, то он не самый хитрый. Мне кажется, вы должны это сделать так, чтобы там ник был виден, хэппи лайм. Хэппи-лайм, включай ник свой, давай! Смотри, никого не упускай из этой комнаты. Жека, у меня вопрос, у тебя случайно не гейм-мод? Нет. Что за фигня? Так, все, никого не упускай из этой комнаты, понял? С какой комнаты? Большой, он 100%. Какой? Он 100%. Да, вот, да, кстати, вот из нее точно никого не надо упускать, я с этим я вам соглашусь. Думаешь? Да почему я бить никого? А я бить никого не могу. Ну, Эдисон, это судьба. Вот драться вообще на самом деле. Да чё ты меня бьёшь? Да я не бью тебя, дебил, не убивай. Чё у вас там происходит? Этот дебил меня бьёт. Да? У нас общий враг, понимаешь? Общий враг, которого надо истребить. Я вам не враг. Давайте дружим. Ты враг. Никакой дружбы. Не, вы приходите, мы с вами подружимся. Так, мне кажется, мы с партизанами не дружим. Кого никто не превращался. Так, нет, он где-то тут, понимаешь? Где? Кто? Ты! В той маленькой комнате один ночь. Вот, Игорь, я думаю, что да. Да. Я ночь.
Ты не ночь. Не притворяйся! Я вас всех создал, вы космическая пыль. Да, да. А-а-а! Что вас так много тут, а? Вообще. Ну он, короче, в этом углу 100%, я тебе отвечаю, он 100%. Да я знаю, я знаю, я знаю, вот. Мечи, которые с тебя выпали, он подобрал. Ах ты ж зараза такая! Так. Мечи, никаких мечей не было. Да были, были мечи! Я! Помогите! Помогите! Это что-то! Это что-то! У него 3 меча было, ты смотри, какой натырил себе хавчик мечи! Контрабандист проклятый! Так. Я был не в углу, я был не в углу. Не надо тут. Не надо, конечно, не надо. Так, ну я хотя бы понял, что ты подобрал мечи, так что все, видишь. Ну, это ты, да, ты вообще молодец, сыщик. Ты молодец, да. Гениальный сыщик. Угадайте, кто здесь настоящий Жека, а кто здесь настоящий Эдисон, и кто вообще здесь... Ну, я тут один, поэтому... Ставьте лайк, если вы видите одного Эдисона, и одного Жеку, и одного Лайма сейчас увидите. Да, как видите, понимаете, вы поменялись лайки. Да. Лайкусики на все видосики, на мой, на Жеки и на Игорь. Набираем больше лайков, как можно больше, и новая серия «Прятки ютуберу» выйдет как можно скорее. Да, еще знаете, нужно ставить лайк, если у вас есть глаза. Да, еще нужно, знаете что, нужно подписаться и нажать на колокольчик, если вы сейчас не спите, так что, дорогие друзья. Инстаграм, подписка и все остальное. Еще лайк, если любите маму, нужно 100 лайк. Да, если любите маму, ставьте лайки, подписывайтесь. Это хорошо. Я в этом больше не участвую, даже до свидания.